Всем, дорогие подписчики, зрители, зрители канала, с вами Дарт, и мы продолжаем. Где остальные, где Престон и прочее? Мы все, кто остались, мисс Дэрил. Мы должны выбраться из этого кошмара, найти Энглхорна и свалить отсюда к чертям собачьим. В этом вы правы. Это Конг. Он, походу, Энн ищет. Это он, это Конг. Он ищет тебя. Look out! Осторожно, нифига себе у него рука. Так, тут ничего нету. Энн! Не подходи на открытые места. Он не причинит нам. Сюда, я здесь. Я пойду первый. А почему я не могу по стенам лазить? Я бы тоже хотел. Сразу игра бы стала разнообразней. Чего вы встали-то, придурки? Так, понятно, у нас тут любовная сцена. Все в порядке. Он не причинит тебе вреда, это Джек. Он мой друг. Эй, это что, все? Не, давайте еще одну серию запишем. Это слишком коротко, бред какой-то. Просто пройти по пещере, и это миссия целая? Да вы угораете. Могли бы что-нибудь получше придумать. Подлиннее хотя бы, не делить минотозавры, да? Но я представляю примерно, что сейчас меня ждет. Давай, грузись быстрее. Блин, бесит, что миссии такие короткие. Хотелось бы, чтобы они минут по 10 были. Это вам порой, наверное, неинтересно смотреть 5 минут там или сколько, 6. Ну, просто так удобнее снимать, то есть по коротким таким вот. Миссия здесь закончилась в игре, и все, и ты как бы закончил, и ты примерно знаешь, на чем ты закончил, чтобы продолжить потом снимать и не запутаться. По сути, я мог вообще снимать минут по 30, наверное, это сразу. Ну, мы бы уже, наверное, прошли игру за эти, за 20 эпизодов, а может еще и раньше. Просто не всем нравится смотреть именно по 30 минут, а когда такие коротенькие видео, а как бы люди могут посмотреть. То есть у них это много времени не отнимет. И когда пересматривать, то есть тоже там короткими такими видео, это, по-моему, удобнее гораздо. Ну, на вкус и цвет, конечно, товарища, нет. Но вы пока не жалуетесь, по крайней мере. То есть можете в комментариях, конечно, написать, нравится вам так или нет. А то молчите, партизаны. Так, давай уже быстрее грузись. Так, да, я думал, мы что, за Конга будем играть? Кажется, нет, за Джека. There's a door up there. We'll be able to get out. Эта дверь наверх, наверное, ведет к выходу, да? Сейчас узнаем. Упс. Wait, we're not alone. Тихо, мы здесь не одни. Бежим! Он приближается, это вино... Джимми! Нет, это... Да, это винотозавр, все правильно. Джимми, хватай там что-нибудь. Взять тебя. Где, где эта хрень? Беги, 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 беги! Промазал! Я не специально. А мне пушку можно? Они возвращаются. Стой смирно. Ты кого укусить пытался? Эй, ты! Джимми!
Вот ведь урод, да? Сколько вас тут? Меня хотел утащить, да получай. Блин, Хейс, ты такой деловой вообще с пушкой. О, блин, он меня убил. А я хотел копье подобрать. Ладно, не получилось. Прискорбно. Да-да-да, все знаем. Сейчас они прибегут. Да-да-да. Да отвалите, все, я побежал. Мне пофиг, я все знаю. И Хейс, на этот раз я заберу дробовик, даже не думай. Да, они приближаются, ха-ха, как мне вас жаль. Ну хорошо, Хейс, бери один дробовик, я возьму другой. Сюда иди! Где, где? Где эта хрень? Где он? Да, да, да. Да где? Все, умер? Нет, живой еще. Да кого ты прикрываешь, даже не стреляешь, иди нафиг. Так, это мне больше нравится такая стратегия. Патроны-то мне еще нужны, и да, их так просто нельзя тратить. Так, сколько вас еще? Давай иди сюда. Five magazines on backup. Конечно, я бы так Джимми убил, мне кажется, но он почему-то остался жив. Ты кого сожрать пытаешься, эй, ты? Чучело. А патронов-то все меньше. Опа-на. Это проблемы. Это проблемы. Вы слышали? Ёпрст, это кто? Что это было? Да я тоже не знаю. Ёп! Это молодой вастатозавр, чёрт! И эти еще тут идут. А вы можете его атаковать? А, да, отлично, сражайтесь. Молодой вастатозавр и венотозавры. Three magazines on backup. Cover me! I'm wounded. Oh. Венотозавры победили, да, молодого статозавра, он слабак. Или может просто мы по нему палили без разбора, поэтому он погиб. Так, вначале нужен огонь, да? Ладно, сейчас все найдем. Два туннеля, да. Я пойду с тобой или ты со мной пойдешь? Я не понял. Женщина, ты че?
Ну-ну, пошли, давай, чё, иди за мной. Мужики, можете отстать от нее? Она двигаться не может. You're too far. Я не собирался ничего делать. Right, давайте. You. Да-да, иди со мной. Так. Не понял. Ага, все понял. Я вообще этот туннель не заметил. Не, ну сейчас схватка была вообще четкая. Молодой вастатозавр — это что-то. О, обезьянки. Здесь все такое заросшее. О, май гад! Что там? О, май гад. А, да, это тоже о, май гад, это жесть. Ну что, мы им даже ничего сделать не можем. Судя по отверстию, там огромная хрень прячется. Даже не хочу знать, какая. Тихо. Слышала, да? А! Чё-то мне это место не нравится совсем. Есть идеи? Нету. We have to light that urn up there. We can get the fire from the other side. Ну это я знаю, как сделать, в общем. Огонь нужно протащить. Ой, иди сюда. On your left, Jack. Эй, вы где? Окружать нечестно. А, ты один остался? Или не один? Не, один, походу. Все, получил. По сапатке. Так, Н, уйди. Промазал. Хорошая работа. Еще бы. Наивная дура. На что ты рассчитывала? Ах, вот на что, да? Охренеть! Не, я аж испугался даже немножко. Совсем чуть-чуть, да. Самую малость. Штаны наложил, да. Нет, не то. Да. Вот это... Где-то здесь видел. Засранцы, вы что, издеваетесь? О, май гад! О, я успел, она еще не потухла. Прикольно. Давай, давай, ползи сюда, тварь. Я ж тебя вижу. По крайней мере, знаю, где ты. Ой, я могу присесть. Не-не-не, я присяду. Нет, она в воде пряталась. Я, ребята, я хочу свалить с этого острова. Мне здесь не нравится. Вообще не нравится. Пряталась в воде, охренеть. Так, ну а здесь какая-нибудь западня будет, не? Да ладно, никакой западни. Странно. А вот эта миссия какая-то очень, ну, долгая. Как-то странно. Предыдущая была вообще там 2 минутки, даже меньше. А это он уже... 10 и более, наверное, будет. Да, я нашел огонь. Прикинь!
Так, Григорий, ясно. Да-да, я знаю. Сейчас нужно рычажок найти. Здесь, я так понимаю, они прятаться уже не будут. Отлично. Сражайтесь. Ты думал, я беззащитный? Немного был прав. Я косой, по крайней мере, да, но не беззащитный. Опа-опа. Слышали? Этот хитрый. Блин. Они что, сюда ползут? Ха, пригвоздил. Дебил, ты сломался? Не, он сломался. Ну что ж, ладно, мне-то чего бояться, мне есть дробовик. Сюда иди. Дебилушка, от огня совсем крыша поехала, да? Да чё? Пытался, так и не получилось. Где? Хрень, я слышу тебя. Джек аж обосрался. Так я не понял. Где? Ну ладно. Так, теперь у меня вторая проблема. Я потерял рычаг. Серьезно, вы гоните. Я просто на копье его поменял, и что-то страшно стало. Блин! А, он у меня в руке был. Псей! Дебил, надо инвентарь-то смотреть. Так бы сейчас ходил, искал. Как только сможешь, хорошо. Так, ну ты где-то здесь, да? Ну мы же слышали тебя. Или чё, не? Никто не нападет? Да, мне пофиг. Да хорошо, да. Did you find the lever? Да, конечно. Можешь хватит мне приказывать уже? Ну? Какой-нибудь умник мне поможет, нет? О, спасибо. Окей, все здесь? Продолжаем, Джек. Что случилось с Карлом? Это его выбор. Он не хотел проблем. А мы должны оставаться вместе и действовать по плану, да, или разработать план, ну, что-то такое, да. Так, вот сюда надо зайти. Ну, в общем, надеюсь, это видео вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, вступайте в группу канала. Ссылка будет в описании. С вами был Дарт Сидиус. Всем всего хорошего и до скорых встреч!